Всем привет, с вами Снюк. Сегодня я буду снимать видео. Пробую питаться, иду из огорода до 12 часов. Не знаю, что из этого получится. У меня тут фингал стоит, такой маленький. Мне вчера мячиком влетел туда. Я вот только что проснулся, по моим глазам, наверное, это видно и очень заметно. Не понял, что я сейчас сказал, но да ладно. Вот. Я сейчас, кстати, в огороде, ну, вы видите, вот видишь, теплица там. Вот. Я когда начинал этот челлендж, думал, буду питаться тупо яблоками и огурцами, но потом вспомнил. В общем, я вспомнил, да. Сейчас утро, в общем, давайте приступим. И стоп, стоп, стоп. Перед началом ролика я советую вам подписаться на два игровых канала. Я не заставляю вас смотреть их ролики, ставить лайки, я просто хочу, чтобы вы перешли, подписались на их каналы. Они снимают здесь игры, различные разговорные ролики. Первый канал называется Jacky Deck Rock, а второй канал... Второй канал называется Агент 007. Все ссылочки в описании. Обязательно переходите и просто подписывайтесь. Вот. Всем привет, с вами Снюк, сейчас я в теплице, в общем, мне яблоки пока не опали, я решил поесть огурцов. Огурцов, да. Вот. Огурчики. Придурок, что сказать. Огурец я вот почти уже доел. Я с утречка я просто так съем только огурчик, потому что я, в принципе, с утра не очень хочу есть. Я с утра никогда много не ел. Я с утра вообще никогда ничего не ел, наверное. Ладно, это я выгляжу. Наверное. Нет. Выгляжу. Вот. И... Так что следующий поход я засниму. Обязательно. Сейчас время без 29. Когда мы начинали челлендж, было где-то минут 20. Когда мы начинали челлендж, было где-то минут 29. Когда я зашел домой, было половина 9. Я хотел вначале показать время на телефоне, на котором снимаю, но там я не смог настроить время. Потом хотел показать на компе, который только что включился. Он завис почему-то. Пошел показывать на другом телефоне. Он выключен. То есть зарядка села, он был выключен. И вот так вот. Я смог вам показать. И в общем, этот челлендж я закончу в 9:30 вечера. Так что вот. Вот бабушка занесла яблоки, сейчас поем яблочек. Когда я выходил, их там не было. Как, не знаю. Вот картоха сварилась только что, бабушка позвала кушать. Я думал, картоха типа сваренная. Думал, не буду кушать, но она свежая, она просто без ничего. Обычная картоха, я думал, пюреха. А это вот картошечка. Думаю, считайте, она свежая, из огорода, я думаю, ее можно будет съесть в этом челлендже. Так что я приступаю хомячить картошку. В общем, сейчас сходил, так сказать, прогулялся, вот. Я ел картошку, правда, я обожаю есть картошку с молоком, так. Картошку кусаешь вареную, а потом молоком забиваешь. Ну нафиг здесь стоять, тут это, пчелы летают. Ну нафиг. Вот. Я сейчас возьму морковки и пойду гулять. Я как бы снимать не буду, когда гулять буду, потому что что там снимать. Вот. Так что я наберу себе морковки и пойду. Глаза в солнце. Я сейчас сказал, глаза в солнце светит. Ну да ладно.
сейчас иду гулять, меня позвали. Набрал полный карман морковки, сейчас буду идти хомячить. Вот. Так что, не знаю. Так вот. А вы, если что, не забывайте подписываться на те два канала, которые ссылочка в описании. Так что, вот. Сейчас присел на лавочку, чтобы отснять фрагментик, типа вот. Блин, фингал. А я уже про него говорил. Машина ездит. Вот. Типа я подумал, как. Это тот же, типа. Я вот сейчас питаюсь едой из города, это можно сказать челлендж, как 12 часов, типа, на 12 часов становлюсь вегетарианцем. Я сейчас погулял. Погулял как максимум часик, и я уже очень сильно хочу кушать, не знаю, и вот сейчас бы, если я бы поел хотя бы, за часик захотел покушать, кстати, я еще с морковкой шел. Типа, вот такой еды не наедаешься, типа, без хлеба там, без всего, ну вот так вот. А сейчас на часах обед, хотя нет. Сейчас на часах час дня, мне осталось еще... Очень сложно сейчас считать. Так, 7,5 часов, это капец. Вот. Кстати, сегодня я еще снимаю один... Буду снимать еще один ролик к концу дня. Так что, вот. Но этот ролик выйдет, понятно, раньше. Так что вот. Я уже в огороде пошел с огурцами, нашел себе вот такое яблоко одно. Вот огурчики. Сейчас я поем наконец-то. Я за час так проголодался, я не знаю, почему я за час так проголодался. Прошел всего час. Я как будто не ел, наверное, весь день. Я сейчас наемся, наверное, пить на полчаса и все. Дома еще поем морковки и картошки поем, не знаю, вот. И я уже все доел. Ну вот, когда я ел второй огурец, у меня было такое ощущение, типа, мне уже не влазит, но я еще хочу есть. Я типа его съел, потом съел яблоко. Вроде наелся, не знаю. Сейчас, наверное, через полчасика, через 20 еще картошки поем. Вот. Ем сейчас картошку, думаю, она намного сытнее, как бы, да, теперь это картошка, а не огурец какой-то там, считать, тупо вода. Кстати, прошло минут максимум 20-10, и вот я опять ем картошку уже. Так что вот. Сейчас пошел готовиться к второму видеоролику. Да, второй видеоролик будет про рыбалку. Че ты приперлась, а? Второй видеоролик, в общем, будет про рыбалку. Вот, я нашел банку, которую я потерял где-то недели 2-3 назад. И она лежала там с червяками. Вы просто посмотрите, они вот так воняют. Да, капец. И вот если просто, типа, вот так оставить баночку, такую же банку оставить где-нибудь на 3 дня, от нее уже капец как воняет. А это лежало недели 3. И капец. Вот. Отмыть ее было так, как бы, вообще просто. Просто залил 3 раза ковшиком туда воды, и все, оно отмылось. Сейчас пойдем копать червей. В общем-то, вчера не смог закончить данный челлендж, видеоролик, типа, потому что телефон сдали в ремонт. Вот на который я снимал все. Да. И второй ролик про рыбалку я тоже заснять не смог, так как, ну да, телефон был в ремонте. И поэтому вот заканчиваю видеоролик сегодня. Вчера я очень часто хотел кушать, типа, когда вот ел, я просто не доедался и сильно хотел есть. И
Потом мы на рыбалку сходили, типа, с другом, порыбачили. Я пошел домой и пошел гулять. Я взял с собой семок. Мы там потом купили сырок, желейку, шоколадку. Ну, я, конечно, покушал, типа, челлендж проиграл, да? Ну, типа, потому что у меня не было телефона. Если был телефон, я бы, типа, снимал и не сорвался. Ну, как сорвался, типа, я бы не стал есть все это. Потому что я думал, ну, все, челлендж закончил, типа, вот. Ну, заканчиваю я его сегодня. Ну вот, типа, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на два канала, Агент 007 и Джеки Дэк Рок, все ссылочки в описании. А, стоп, я создал беседу ВКонтакте и веду группу Like Time, все ссылочки в описании. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Джеки Дэк Рок и Агент 007. Ссылочки все в описании. Так, почему экран не становится темным? Как сделать экран темным? Ну-ка. Подписывайся!